Ну, во-первых, праздников у нас, конечно, многовато. Хорошо бы все-таки подсократить их количество, просто потому, что страна не может себе позволить такое количество праздников по реальному состоянию нашей экономики. Что касается конкретно майских праздников, есть 1 мая, где каждый может высказать свою политическую позицию в ходе демонстрации. А вот 9 мая я бы точно оставил вне партийной политики. И даже, может быть, между партиями на будущее какой-то пакт заключить о том, что 9 мая – это святой общенациональный день, который мы не трогаем с точки зрения партийно-политической борьбы. Вот сегодня нельзя, в остальные дни, пожалуйста. Это было бы очень уместно, потому что когда на почве победы, святой почве победы, когда вокруг могилы неизвестного солдата, вокруг вечного огня начинаются политические дебаты, ну, это нехорошо. Здесь должен быть консенсус, гражданский консенсус.